Три причины, почему бывший общается сухо. Если вам интересная тема, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы первым получать полезные советы в теме отношений. Здравствуйте, с вами я, Виктория Власова, эксперт по семейным отношениям. И я точно знаю, как вы можете наладить свою личную жизнь с помощью моей методики. Если вы смотрите данное видео, я могу предположить, что вы расстались с любимым человеком, но поддерживаете общение. Возможно, вы ему пишете теплые, искренние сообщения и надеетесь на такие же ответы. Но он отвечает коротко, сухо, и вы расстраиваетесь, не понимаете, почему. Если бы не хотел, то не общался. Так вот. Давайте рассмотрим три причины. Первая причина – у мужчины такой стиль написания. Да, дорогие мои, в основном мужчины пишут коротко, по делу. Я вам предлагаю вспомнить или прочитать переписку, которая у вас была в начале отношений и на момент расставания. То есть вы можете сравнить. И, возможно, вы зря расстраиваетесь, поскольку после расставания мы очень сильно эмоционально заряжены. И мы склонны раздувать из мухи слона. Возможно, у вашего мужчины просто такой стиль написания, а вы от него ожидаете невозможного. Вторая причина. Вы пишете однотипные, неинтересные смс. Как дела? Как работа? Что нового, как мама. И вспомните, на такие вопросы у нас заготовлены шаблоны. Спасибо, хорошо, нормально, все окей. И по сути у вас получается закрытый разговор. То есть по сути нечего добавить. Разбавляйте ваше общение интересными темами. Обязательно анализируйте. Какие смс заходят, а какие не заходят вашему мужчине. Третья причина. Мужчине неинтересно общаться, он переписывается из вежливости. Так, стоп. Не спешите расстраиваться. Если он на данный момент не хочет общаться, это не говорит о том, что он вообще никогда не будет хотеть. Все зависит от вас. Интерес можно разжечь. И первый маленький шаг, который вы можете сделать на пути примирения, это переключить внимание на себя любимого, заняться собой и не накручивать себя, не переживать. Повторюсь, интерес можно разжечь. Вот, например, моя ученица Татьяна, она наладила общение, вызвала интерес, несмотря на то, что мужчина неохотно общался, и даже был такой период, когда вообще не хотел общаться. Можете сами послушать. Проходя этот тренинг, я поняла, что совершила кучу ошибок. Сейчас у нас уже все хорошо. Мы уже стали хорошо общаться. Этот метод действительно работает. И за это я очень благодарна Виктории Власовой. И я всем советую этот тренинг. Это всего лишь одна история, а отзывы у меня очень-очень много. И я с уверенностью могу сказать, что не стоит на данный момент расстраиваться, переживать, потому что все возможно исправить. И если вы только расстались и не знаете, с чего начать восстанавливать отношения, рекомендую пройти мой бесплатный курс «Как вернуть любимого за 3 шага». Я уверена, что вы найдете для себя очень много полезного. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующем видео. И в следующем видео я расскажу про 5 правил переписки. Не пропустите. С вами была Виктория Власова. До новых встреч!